Отца, Матерь Святая, Требуемого Гласа, Дмитрий Вощакет, его партнер из Сида Красношевская социальная область Юрий Горько. Оля и Виктор Аверка. Результат Владимира Абдулкова 4 штрафных в первой фазе, время прохождения 62,85 секунды. Лучший пока результат Дмитрия Вощакета в Армании. Время штрафных, время прохождения второй фазы 37,93 секунды. Исида Дмитрий Вощакет, моя. Шовка. Кстати, мастер спорта имени Абарачикова в КСК, КСК Югин, Харьковская область, тренер Батюнкига, Олег Василий Зайцев. Результат Виктора Павленко, 4 штрафных в первой фазе, время прохождения 65,25. КСК имени Абарачикова, КСК Югин. Thank you.
кандидаты Ирины Баранчиковой до штрафных время проходения второй фазы 44,63 секунды. Это второй результат лучше по поводу Ирины Баранчиковой 37,93 секунды. Василий Зайцев, Кулушка из Кашовка.
Vasas ir Vitali, jo Aivazovski, Edvinsla. Riga, Šašet Riga. Kore, Anatoli Tatarenka. Результат Александра Круга на 4 штрафные. Время прохождения первой фазы 61,59 секунды. Айвазовский и Сергей Айвазовский. Сергей Айвазовский. Садик оказался. Спасибо за уверенное отношение к этому партнеру. Поставьте мастерство.
спорта от международного класса Сергей Черныш, его партнер Алан Виказаев, Третьяковский, полный завод, тренер Владимир Котлов. Поле Игорь Черный. Черный Сергей, Иван Виказаев, Третьяковский, полный завод. Thank you.
Kurta, Reidija Gilfi, Papio, Evin Tūlos, Ekvinas Slav, Jūsis Vazarezino, Molektas, Tarzino, Vadoj, Rezultat Rieda Rebena, 4 штрафни, время прохождения первой фазы 63,80 секунды. Вертус и Михаил Беликенко. Эквина Слав. Внимание.
Петрович, карта дураків Скла. Плюс настоятельный результат Константина Лугова. 8 штрафных во второй фазе. Время прохождения второй фазы 44,90 секунды. Катара. Самый балыш Акина Скла. А дальше плюс. Михаил Литвиненко.
Дина Двойка, ваши аплодисменты. Четвертое место Михаил Кузьминский, мастер спорта, Веркова, Сергей Руслан. Продолжаем награждение. Третье четвертое место. Бронзовая награда досталась Сергею Гуэлю. Садыр Балаш, Кагада, Эфир, Сла, Бронза. Садыр Балаш, Кагада, Эфир, Сла, ваша резиденция. Так считаем мы.